изначально рассматривали стальные конструкции из обыкновенных металлических слябов, но со временем пришли к решению, что при переходе с чистого металла на композит мы получим определенный выигрыш в сроках, в подборе оборудования. Мы берем все преимущества от металла. Это скорость, это удобовозводимость сооружения. И берем положительные стороны от бетона. Это устойчивость к пожарной нагрузке. Плюс мы обеспечиваем одинаковую ползучесть и усадку внешнего периметра, так как колонны находятся в бетоне и в бетонной среде, и ядра. То есть у нас происходит приблизительно одинаковая усадка и по периметру, и внутри, что помогает снижать внутреннее напряжение, которое возникает вот в металлических конструкциях. Это очень хорошее решение, оно просчитано несколькими расчетными комплексами. И в итоге все те параметры технические, которые мы ставили, все эти цели, все эти задачи были решены успешно.